Я села снимать видео и только сейчас поняла, что я не накрасила губы. Пойти накрасить или так сойдет? О, о, богиня, богиня. Я решила сделать себе хвостики, потому что прочитала это в комментариях. Сделала себе яркий макияж, хотя на видео вам, наверное, его совершенно не видно. Сюда бы подошел бы желтый макияж, но, к сожалению, желтых теней у меня нету. Вы, наверное, это все уже видели во влоге. А сейчас у нас с вами будет блюдо моего собственного приготовления. Давайте напиток в бокал. Ой, да. Вы представьте, сколько здесь. Как будто бокал чем-то неприятным пахнет. Может, мне кажется, может, у меня руки воняют? Не знаю, короче, что воняет. Давайте приступим к еде. У нас с вами здесь куриная грудинка с твердым сыром. Здесь у нас кукуруза и салат. Я буду прям руками кушать. Это капуста консервированная. Очень нравится. Как-то в видео я сказала, что эта капуста лучше, чем та, которую... Ой, господи. Лучше, чем та, которую готовит мама. И мне все написали в комментариях: Айка, мама — это святое. Даже если мама просто режет помидорку, это уже в априори вкусно. И я согласна с этим хейтом, вы правы, ребята. Мама даже помидорку режет очень вкусно. Как это аппетитно выглядит. Давайте вот так вот поближе к вам. И давайте приступим. Так. Я пожарила курочку. Сначала отбила ее как следует. Как следует отбила. Потом пожарила. Я сначала думала сделать маринад. Потом подумала, что это будет долго. На улице уже темнеет. Быстрее надо снимать. Люблю я кушать руками. Особенно в детстве. Мне бабушка всегда приучала кушать руками. И потом мама никак не могла отучить меня есть руками. Мама говорила: ты неприлично, это фу. А я-то привыкла. Мне бабушка сказала: так вкуснее. Я вам не сказала, это наш шарап. Просто идеально дополняет курочку. Я вчера вам снимала мукбанг с картошкой фри. Посмотрите, во что превратилась эта картошка. Это просто как будто картон. И тут назревает вопрос: а из чего делают эту картошку? Страшно представить. Я снимала 2 часа назад. Опубликовала вам сегодня. Хотя не 2, даже больше. Просто видео выходило вчера. Многие просили не говорить про карантин, но я не могу про это не говорить. Потому что буквально 15 минут назад у нас с парнем был на этой почве конфликт. Он говорит, что давай увидимся. А вы-то знаете, что я даже в магазин хожу уже в перчатках. Ну, как-то побаиваюсь я что-то последнее время. Именно после того, как моих близких столкнулось, это все. Никого не хочу пугать. Он мне говорит: нет, давай пойдем в ресторан, кино, домино. Ой, как вкусно. Ой, как аппетитно выглядит. Красота просто.
Мама еще не скоро приедет. Я конкретно научусь готовить. Для бабушки всякие супы. Для себя какие-то вот такие вот блюда, чтобы снимать мукбанги. По дороге домой. А я сегодня была на почте, я вам даже не сказала. Дело в том, что ни одна посылка не приходит. Это жутко раздражает. Алиэкспресс не возвращает денег. Вы идете на почту, и вам просто показывают фиг. Ну не то, что фиг. Они говорят, что сортировочный этот центр, он не работает из-за пандемии. Когда будет работать, непонятно. Я говорю, а мне что делать? Фатя вообще заказала дорогущую косметику. И получается, и сайт ей ничего не возвращает, и здесь почта пожимает плечами. Ну не приходит, ну что сделаешь? Я, наверное, сама ступила, не надо было в такой период делать заказ, все-таки риск. Обожаю молодую кукурузу. Настолько сочная. Когда у меня парень был в Италии, я хвасталась перед девочками, что мы никогда не ругаемся с ним. У нас вообще нету разногласий. Мне мои подписчицы писали, это потому, что вы далеко друг от друга. Вот приедет, начнется концерт. Вы знаете, подписчицы были правы. Реально больше бывает разногласий именно когда вы часто видитесь, кого-то что-то не устраивает, начинаются вот эти предъявы друг другу. Ваше здоровье. Давайте немного поотвечаю на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Я их заскринила, и вот на протяжении уже где-то 2 недель отвечаю на эти ваши вопросы. Чтобы было честно, стараюсь ответить на все вопросы. Ну, повторяющиеся, конечно, не буду по 100 раз одно и то же, как попугай говорить. Вот интересный вопрос, как относишься к разводам, если бы развелась, бы вышла бы еще раз замуж? Я считаю, что если у меня муж, не дай бог, погибнет, вот в таком случае я бы не вышла замуж еще раз. Ну, наверное, не знаю. А если бы просто развелась? Почему бы не создать семью еще раз? 1 000 000 случаев. Я знаю девочку, которая 2-й раз вышла замуж с ребенком на руках за парня очень обеспеченного, очень красивого, симпатичного, воспитанного. То есть она с ребенком, с мальчиком. А он до этого не был женат.
Я не вижу здесь ничего такого. Правда, его родители сначала были против. Но потом смирились. Вот когда парень говорит о том, что... Ой, мои родители против, поэтому у нас с тобой ничего не получится. Это просто лапша. Значит, он... не настолько хорошо этого хочет. Я бы хотела создать семью один раз и навсегда. Все мы, девочки, этого хотим. Но, к сожалению, не всегда получается. Вот. Но я знаю массу примеров, когда девушки во второй раз выходили замуж, и они счастливы. У Шелли есть одноклассник, его мама второй раз вышла замуж с двумя детьми и очень удачно. Так что главное уметь выбрать того мужчину. Когда я училась в универе, вместе с нами училась девочка, которая встречалась с женатым мужчиной, и он ей купил машину. Он им купил, как бы получается, квартиру однокомнатную, но по факту все оформил на себя. То есть он дарит машину с таким огромным бантиком. Все это снимается для Инстаграма. А машина-то оформлена на него. И в случае расставания она не получит ничего. Мне кажется, пусть не будет, знаете, такой олигарх, пусть не будет дарить вам супер дорогие подарки. Да и не дарили, если честно, мне никогда. Когда девушки сидят и рассуждают, буквально сегодня смотрела передачу «Мужское и женское», там девушки рассуждают, что вот в центре Москвы мне подарили квартиру, а машину мне подарил другой мужчина. Я честно, искренне рада, если действительно это так. Но, к сожалению, мне в такие вещи, честно, не очень-то и верится. Вот как я видела девушку, которая встречалась с обеспеченным мужчиной, старше ее порядком на 15 лет. Он как бы создавал мишуру такую, знаете, что вот я тебе подарил машину, я тебе подарил квартиру, а по факту ничего. Поэтому лично для меня проще снимать по 3 мукбанка в день, пахать еще на строительные компании, не покупать себе супер дорогие вещи, а, например, откладывать. Вместо того, чтобы с протянутой рукой там ходить вот так вот. Мне
В общем, на этом все. Если вам понравился мукбанг, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня.